Дорогие друзья, всех хочу поздравить с Новым годом. Сегодня у нас будет нетрадиционное поздравление с бокалом шампанского под елкой. А я вам покажу вот такую необыкновенную красоту. Merry Christmas! Которую у нас в городе устраивает. Это не наши соседи, но это один из домов неподалеку от нашего дома. Этот дом известен на все Торонто. Ну, мы не живем в Торонто, мы живем в пригороде, но в списке чудес Торонто на Новый год и на Крисмас этот дом фигурирует. Посмотрите, как люди прекрасно, шикарно декорируют свой участок перед домом. Боже мой! У нас есть два таких дома в городе. Я надеюсь, что два из них я смогу вам показать. Вы можете поверить в то, что это реально жилой дом, обычный, совершенно жилой дом, в котором люди перед Новым годом, перед Крисмасом, собственно говоря, на Крисмас устраивают вот такую невероятную красоту. Посмотрите, у них здесь экран есть, и на экране они показывают какие-то мультики. Ну, это просто что-то с чем-то. Посмотрите, какая красота. Серьезно, этот дом очень известен в районе Торонто. Это просто что-то необыкновенное. Если вы хотите вот рождественского новогоднего настроения, то вам просто нужно приехать сюда. Это их забор, и посмотреть, что здесь творится. Ну, реально, люди действительно очень-очень старались. И как бы сделали все так. У нас, к сожалению, нет снега. Видите, просто такой дождь сырой. И как бы ничего такого. Но жалко, что нет снега. Со снегом было бы намного красивее. Но посмотрите, какая... Какая красота! Привет! С ума можно сойти. Столько усилий. Это правда классно. Это правда шикарно. Невероятно. Видели ли вы где-то где-нибудь такое? Я нигде не видела. Смотрите, как здорово. У них тут такие классные какие-то ящики, надписи какие-то. Ну, здесь можно, они просят, как бы, если кому не жалко, помочь им, как бы, поучаствовать в этих шикарных украшениях, потому что вы понимаете, что это все электричество, это стоит денег. Я так понимаю, что вложились они не слабо, но это действительно просто потрясающе. И вот еще один дом. Посмотрите, какая красота. О, вау! С Новым годом! Правда, у них написано Merry Christmas, но неважно. Посмотрите, какие сани. Это сани Санта-Клауса. Фонарик. Весь дом так красиво украшен. Даже музыка. Вау. Представляете, люди вот такой вот устраивают у себя дома перед Рождеством. Вау. Молодцы. Реально, снимаю шляпу. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ага, Санта-Клаус. Приходите навестить Санта на Christmas Eve. Смотрите, какой прикольный. В очках, у него даже очки. Класс. У них даже есть музыка. Написано, что по радио можно слушать. Это почтовый ящик для того, чтобы отправлять письма Санте. С
других домах, чтобы вы понимали, тоже все сверкает и переливается, но этот дом, посмотрите, какой, какая светомузыка! Вау! Классно! Вот это здорово! Всех с Новым годом поздравляю, девочки мои дорогие. Пусть все случится в новом году. Все ваши желания, все ваши мечты, все, что вы хотели, все, что вы мечтали, все, о чем вы мечтали, все, что вам хотелось, чтобы исполнилось. Пусть все исполнится в новом году. И мы с Сантой вам желаем счастливого Нового года и прекрасной рождественской звезды.